Всем привет, уважаемые друзья, с вами Александр, и вы на канале Kinder and Company. Продолжаем нашу эпопею, и это у нас уже четвертый человечек из серии Лили Сват. Всего их 8. У меня на данный момент их, по-моему, этот был, 3, 4. Да, по-моему, это все. Вот этого еще я раздобуду тоже в ближайшее время. А остальных нужно будет вот этого нужно будет, наверное, ждать, где-то заказывать. Ну что, давайте приступим. Я уже раздобыл и другую серию Лили. Вылази. Так, ну здесь у нас пока не сразу видно, что это ФБР. Так, смотрим, какие у нас здесь карточки есть. Наш, собственно говоря, персонаж, такой, которого у меня нет, и такой, который у меня есть. Так. Ну, наше оружие. Такое вы уже, в принципе, все видели во всех остальных солдатиках. Наверное, это я оставлю на пластинке. А сейчас соберем наш персонаж. Самое вкусное и интересное. Ух ты, а что это за веревочки здесь? Кто бы знал. Что здесь написано? Давайте почитаем. Так, tape remove liner to expose adhesive. А, это вот. Это липкая лента была заклеена вот такой штукой. В общем, китайцы не доглядели. Ну и вот, конечно, как обычно, в неподходящий момент самый у меня съели батарейки в камере. И смотрите, у нас вот такой вот будет боец, смотрите, надпись FBI, ФБР, FBI, как мы прекрасно помним, да, с сериала «Силком таемно», был такой сериал, X-Files, с Дэвидом Духовным. Так, давайте соберем нашего бойца. Так, ну, как обычно, есть пояс, ну, да, слабовастенько держится с поясом, конечно, но это общая проблема. Вот голову не одевают на человечка, а бронежилет нет. Так. Ну так как-то странно получается, что у него его причиндалы обычно вот ножи тоже, ну, в принципе, спереди вешаются. Да, давайте оденем спереди. Хотя вот здесь нам вот вырез такой на маечке, как будто бы это перед. Но я так вот их, собственно говоря, всегда и одевал. Да, на коробке у нас нарисовано, что одевать нужно так. Ну, а мне больше нравится, когда, знаете, ножик спереди висит. Давайте оденем для разнообразия по-другому. У него такая блатная кепка. Первый боец у нас такой кепка. Сидит, конечно, четко. Не придерешься. Так, странно. А, это одну руку я, наверное, успел собрать до того, как у меня камера выключилась. Руки вставляются, конечно, туго. Не знаю. Маленькому ребенку это будет сложно сделать. Так. Есть. Так, надо туловище снять, а то руки потом не провернем. Есть. Ну, зато держится все надежно. И у него какой-то ядреный бластер. Мега пупер шмупер. Бластер, короче. Так, давайте вставим. И знаете, вот здесь хорошо, здесь такие держатели есть. Можно еще туда что-то притулить. Так, ну, набор оружия не такой. Так, нужно все-таки что-то выкрутить. Ножик нужно вытащить. Ставим ему ножик. Вот так вот. Мне вот больше нравится, когда ножик все-таки спереди у нас. И чего? И давайте гранату ему. Ослепительную. Наперед как-то присобачим. Так, блин, оружие мешает. О! И гранату. А сзади? Ну, сзади. Что мы поставим сзади? Ну-ка, а рация, интересно, влезет? Ну, рация только разве что, наверное, вверх ногами влезет. Ну, туда обычно гранатку я цепляю. Ну, гранатку я уже подцепил одну спереди. Так что в кобуру ему запихнем пистолет.
Ну, в общем-то, и все. Все, что ему влезло. Так у нас получился чудесненький боец. Это у нас он уже четвертый по счету, да? Четыре. Так, я уже собрал, в принципе, всех человечков. Вот, ну, совсем как-то слабо держится с этим поясом. Да. Наверное, если я буду делать экшн-сценки с ними, то будут они мне без пояса, потому что я буду их постоянно собирать. Так. Ну, в общем, боец достойный своих собратьев. И осталось у нас... следующие у нас будут со щитом. Такой военный. Такой черный в маске. И еще какой-то будет в маске. И, по-моему, вот этот. Да. Остальные будут. И я уже собрал еще нового человечка. Давайте вам покажу, как бы. Вот этот будет у нас в следующем обзоре. Так что обязательно его не пропустите. Следующий у нас выпуск. Подпишитесь. Будут у нас такие бойцы. А в конце потом мы их всех сравним с собой. Так, ну а сейчас крупным планом любуемся на нашего человечика. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч.